Так, ну что, пока хорошая погодка. Сейчас я буду ехать почти 3 часа до того места, где я выйду на 34-ю трассу, которую я насмотрелась, наслушалась, которая ведет вокруг этого национального парка Rocky Mountain. Так что там умникам, которые меня поправили, Rock – это камень. Rocky – это каменный. Rocky Mountain – каменная гора. Mountain. А если вы написали, что это клифф, если вы имели в виду клифф, то клифф от Rock большое, как бы, имеет большую разницу. Так, теперь мне надо не проскочить, чтобы попасть именно на 70-ю трассу. Как все красивенько, прямо как все красиво. Крыши такие яркие. Все. До свидания, Гринвуд. Очень красивый городок. Через 0,3 мили. Через 0,3 мили. Поехали, поехали. Сейчас солнышко вышло, уже потеплело так хорошо. Я сняла себе эту теплую кофточку и приоткрыла окно. Так, сюда, сюда, сюда. Вот, да, 70 East. Да, вот он, East, вот он, вот он, вот он, East. Сюда, 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 сюда. Да-да, 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 да-да. Правильно, 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 правильно. Он бездомный, где-то спит здесь под... Но тут же холодно ночью. Вот как он спит, я не знаю. Жуть, конечно, это жуть. Ладно, еще там во Флориде, в Калифорнии люди живут на улицах. Но тут же холод собачий. Не знаю. И вон еще одна. Еще и на костылях. Вау. Правильно? Зелдочка, правильно? Ну да, есть, я уже вижу. Ой, как красиво. А чего? Я не туда поехала, что ли? Я что ли не туда поехала? Зелда. Я вчера ехала. Боже, какая красота. 50 миль в час. У меня просто сердце зашлось от восхищения. Вау. Да, я еду правильно. И я еду 50 миль в час. Больше не поеду. И даже не просите. Течет с правой стороны. Вон она, река течет с правой стороны. Видно? И вот там где-то качели прямо наверху стоит. Отсюда не видно будет. Я бы показала. Все нормально едут 50 миль в час, а эти прям гонщики серебряной мечты. Name. No name. No name.
колени на дороге. Опять то же самое. No name rest area. Самой низине. Сейчас поднимемся наверх, и там будет снег. Рестерия опять. Я на этой рестерии вчера останавливалась. White River. Белая река. Вот она, Белая река. Тут просто в зобу дыхание спирает. И хочется какую-то мягкую такую музычку. Или шум дождя, и больше ничего. Гризли Крик. Крик – это ручей. Вот он здесь, этот ручей. Я вчера к нему подходила. Ой, как красиво. Просто реально, вот на горах, как будто бы, посмотрите, как будто бы выдолблены какие-то красивые замки. Вот реально замок. Я вижу замки. Вон они, раз, два, три, прям один к одному. Down traffic, stop traffic ahead. Красивые какие-то желтые. Какие желтые деревья. Ой. А вот тут это место горело. Вот тут вот я вчера видела сгоревшие деревья. Да, вон они все сгорели. Черные стоят. Вот на горке. Черные столбики стоят. Но тоже придает какую-то красоту. Такую зловещую, но красоту. Никто меня не обгоняет. Так, я тут снимаю очки, потому что сейчас будет тень. Да, туда ехала была одна красота, сюда еду другая красота. Велосипедисты ездят. Ага. Slow traffic. Что случилось? Неужели авария где-то? Обидно. Ну, потихонечку пойдем, что делать. Как красиво. Какие верхушки. Вон прямо где-то подо мной в реке, где-то вот тут, вот они прям ездят на великах. Как они там ездят на великах? Там что, дорога есть еще какая-то? Странно.